кружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Мы тут машем руками. Здравствуйте. Здоровья сразу. Здравствуйте. Это Таня, мистерик. Света Шмакова. Здравствуйте. А это Лена Багрова. Здравствуйте. Ты что? Это бабушка Лена. Да что для нас Лена? А это Женя Кондратьев. Марина Рыбачка. А вот и мы тут. Все почти пришли. Потому что здесь все теплее. Это Галина Леонидовна. А вот это Алевтина Леонтьевна, наша учительница. Ну скажи что-нибудь. Ну, что сказать? Я рад, что встретился со всеми. А я сейчас еду в маршрутке, да? Девчоночка едет, похожа на Аньку Илюхину. Ну, а Аньку Илюхину же не нашли? Я так сижу, что девушка, извините, пожалуйста, вас мама не Аня Илюхина. Убивайте. Какие все прям дядьки, садики, Круглые даты все весомее и злей, движутся мощным ледоколом. Вот ты меня атаковал юбилей, 25 лет, как кончил школу. Вот бы взять и собрать одноклассников вместе, посидеть за душевным столом, покутить, поорать наши школьные песни и сказать со слезами потом: давай по стакану Агдама за нас, за десятый А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями в тысячу раз. Мы стали печень за счастливую жизнь при загнивающем союзе. Волосы сдул проклятый капитализм и нарастил мозоль на пузе. Но зато мы теперь закаленные перцы, нас уже не смутить смены век. Лишь бы билось в груди беспокойное сердце и давление не прыгало вверх. Давай по стакану Агдама за нас, за
за десятый оклад. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями в тысячу раз. Давай по стакану Агдама за нас, за десятый оклад. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями в тысячу раз. Пять лет, ребята, это всерьез. Кто не согласен, бросьте камень. Сколько мы из нас хлебнуть по полной пришлось, сколько из нас уже не с нами. Но когда я смотрю пожелтевшие фото, где нам всем по 16 годков, понимаю, что есть в нашем времени что-то, для чего я на плаху готов. За нас, за десятый оклад. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрями тысячу раз. 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 Песни, такие мы.
Саша, а можно предложение мне здесь, Саша? Да-да-да. Вот кто 5 лет назад был, можно не будет говорить? А меня не было, я вас не помню. Вот ты и понимаешь. А я тем более. Нет, нет, все будут, все обозначены. Нет, а зачем? Нет, просто сказать, что ты, кто ты из такого класса. Работаю здесь, на керамзитовом заводе, главный бухгалтер. Математика мое призвание, наверное. Трое детей, у меня два сына и дочка. Теперь еще и внучка есть. Вот я вся такая. Так, следующий. Емурзин Слава. Научился с первого по седьмой. В нашу сторону, смотри в нашу сторону. Сейчас живу в Ундров, работаю строителем. По отделке. Все. Приглашаю. У меня дочка учится в Угона. Отличница. Таганова Нина училась с 1 Д по 8 класс, поэтому тоже плавен не знаю. Закончил торговый техникум. Да. Муж, сын, это стандартно все. Квартира, дача. Все. Давай. Егору Света. Работаю в роддоме акушеркой. Так что работаю в роддоме акушеркой. Две девочки, один внук. Милка в кровь, нормально. За внуком, а? Две девочки, один внук. Долго вставать. Нечего говорить. Правду. Да, только правду. Я Долгова Елена. Александр Михайлович, я вас все время вспоминаю. Вы однажды сказали практически такую крылатую фразу. Это было, наверное, в 9 или в 10 классе, я уже не помню, вы сказали такие слова. Вот какие вы сейчас здесь есть на данный момент, такими вы и будете по жизни. То есть вы думаете, что вот вы так шалите, или там как-то вот, ну что-то такие, какие-то неправильные вещи делаете, то вы думаете, закончите школу и будете лучше. И вот то, что вот заложено было нами, вот всеми вами, спасибо вам большое, я так рада. Ну вот мы, правда, виделись еще 5 лет назад. Я так рада вас видеть, вот все так тепло, уютно и по-домашнему. Я так рада, что вот вы с нами всегда, вот по жизни. Я бы вот хотела поднять бокал за вас. Спасибо вам за все. Все сказал за всех. Нам что говорить? Нам что говорить? Что сказал? Ну, меня все знают, как Фаруню. Поменяйте смотрю. Работал водителем. Что-то не понравилось. Зарплатой ушел на стройку. Сейчас я каменщиком работаю. Кому надо что построить, вперед. У меня дочек. Все, да, жена, дети. Дочь. Нет, я сейчас пост. Девочки, ну это же это, это же реклама. Неважно. Лёш, ты же? Да. Я Никифоров Сергей. Ну, в принципе, почти всех узнаю. Значит, еще что-то в голове. Работаю в компьютерной фирме. Уже 15 лет. Ей руковожу практически. Две дочки взрослые. Старшая вышла замуж, живет в Германии вместе с мужем. Получил два образования европейские наши. Младшая получила только наше образование, закончила уже вуз, работает. Ну, пока не дед, но это как сложится. Все хорошо. Мы
Морозов Сергей начинал первым Б, закончил 10-м. Имею высшее образование, работаю по специальности. В жизни вроде все сложилось. Были неудачи, были падения, были взлеты. А так все нормально. Молодец, Серега. Да, тебе слышишь. Кирхов Александр. А что сказать? Работаю. Два сына. Один уже взрослый, но пока не дед. Да. А так все нормально. Все спокойно. Давай, давай, давай. Я думаю, что не стриг Татьяна. Ну что сказать, очень много, конечно, значит, поначалу не узнавала, конечно, некоторых, все-таки много прошло лет, а в общем-то все такие же, все равно молодые, все улыбающиеся, всем вам здоровья, нашим учителям огромнейшего здоровья, спасибо вам за то, что вы нас вели по жизни, очень вам благодарна, низкий вам поклон, а в жизни все вроде нормально, довольна, во всяком случае. Семейное положение утаила? Пока разведена. Но собираюсь замуж повторно. Давай, дальше. Ну, вставай. Ефремова Татьяна, я очень рада, что мы все тут сегодня собрались. Я уже все уже сказали, Долгова, Нестерик. За меня все слова сказали. Большое вам спасибо всем учителям, что вы нас выучили. А так, в общем, тоже у меня в жизни все нормально. Два мальчика. Один со мной, другой пока в армии. Все. Все нормально. Все хорошо. Спасибо. Галкина Ира. Училась АБВ. Двое детей. Замужем. Пока не бабушка. Образование технолог приготовления пищи. Варламов Вова. Володь. Владимир Геннадьевич. Учился в первом Д. Валентин Михайлович. Привет, даже отличником был в первом Д. Я это не в обиду другим учителям, сам виноват. Ну, сейчас у меня все нормально. Работаю строителем, женат, квартира, дочь, жена. Собаки нет? Нет, собаки нет, кот есть. Были рыбки, но благодаря коту их не стало. В остальном я все счастлив, жить болит. Всем спасибо огромное. Военный бывший, уволенный запас 2 года назад. В общем-то, переселился сюда, сюда тоже приехал. Катался по России, был за границей, служил. Ну, в общем-то, жизнь покатал. В Байкале служил 20 лет. Женат, 2 детей. Одна закончила УГУ, сейчас на механическом работает. Другая учит на 2-м курсе. В общем, все нормально. Ладно, я представляться не буду. Я хулиган как был, так и есть. Все меня знают. Я всех, кстати, узнал. Всех. Спасибо большое нашим учителям. В первую очередь. До сих пор вспоминаю. И, кстати, матушка сегодня шел, она всем передала привет огромный, не смогла просто приехать. Вам, ребята, здоровья. Всем здоровья желаю. Больше ничего. Будет здоровье, все будет. А больше что говорить? Где кто, как работает, это проблема всех. Укажу своих. Темнишь, ты ведь Лукин. Да. Чтобы у вас было здоровье, а дальше все, что будет. Все. Спасибо. Чтобы не спина. Качка Саша, да. Я начинал учиться в первом А. У нас Татьяна Васильевна была, Белодворцева, да. И затем, потом у нас был 4-й А, потом 5-й Г.
5-й Г, по-моему. Г. И закончил мы 10-й Б. 9-й, 10-й Б. Б. Г. Б. 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 А, Б. 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 Там 20 у нас было, Б. Вот у меня ощущение, что мы как бы вернулись в наше детство, несмотря на то, что мы повзрослели, у нас какой-то налет нашей вот новой жизни, когда мы уже были не вместе. Но вот когда мы сейчас встретились, мы вернулись вот в это детство. Вот мы вот какие были, вот такие мы и есть. Вот, и я очень рад всех видеть. Очень рад видеть одноклассников. Особенно рад видеть наших любимых и замечательных учителей. Это самые любимые учителя. Действительно, они вложили в нас частичку себя. И вот какие мы, вот мы и есть. Что о себе? Я закончил пединститут, работал в школе, потом закончил аспирантуру, работаю в университете и работаю до сих пор. У меня двое детей, девочка и мальчик. Вот, они, в общем-то, маленькие на фоне вот многих больших. Девочке 17 лет старше, а мальчику 10. Так что у нас все впереди. И во сколько женился? 26. Я тоже 26. Ну так, Слав, ты же вон какой высокий. Моей уже 19. Серег, давай я. Моей 20. Исаев Сергей. Как он учился, не помню. Почему нет? В А. Серег, это первый. Ты в А. Это Валентин Иванович. Я в первом классе Валентин Иванович. Серег. Да, Серег, это Б, значит. ДБ, Б у тебя класс был. Я закончил точно. 8. А? 56. Нет, я 8 классов закончил. Потом я уже научился. Толик был хулиганом, я не был хулиганом. По сравнению с вами, я отец кинул у меня четверо детей. И все в разных концах света, что ли? Но был три жены. Все в разных концах света. Старший 28, дочери, а сын 7. Наверное, все. Ну, да ты взял. Фамилия моя Березанская девичья, Вика, училась, по-моему, чуть ли не со всеми. Туда переводили постоянно. В наш лагерь не заканчивала 10-й В. Сидела со Светой Егоровой на второй парте. Сзади Сережи Никифорова и Коля Пивна. Вот и помню, впереди они маяки. Двое дочек. Одна на 6-м курсе учится в УГУ, вторая в технику пошла в этом году. Все? Или еще? И с тобой тоже сидел. С кем я только не сидела. Герш за вами сидел. Да, запишем кадрати. Ну, кончили мы вы. Начинаем. Валентин вот. Ну, сейчас я работаю на утёсе. Техник-технолог, моя специальность. Вот, у меня две дочери, обе кончили университет, одна работает налоговой, а младшая кончила в сентябре месяце педуниверситет, и сейчас подпадет иностранный визит. Какой сервис интересуется? Девичка, да ладно. Кончил пединститут,
Потом работал директором колбасного цеха, вышибал. Там же, да, колбасный цех, все нормально. Так, проверяли. Дочь, замуж, кончила. Самарский институт, стоматолог. Живет в Самаре, мы здесь. Все нормально? Все нормально. Ну, хорошо. Все понятно. Всегда. У меня двое детей. Два сына. Оба работают сейчас. Внук. Так что нет. Ну, жалуются на приходе. Где я только не побывал. Даже за подарок за последние три года. Работа такая. Все нормально. Она никогда не училась, но я всех люблю. Со многими я общалась, когда еще с Виктором встречалась в школе. Со многими я жила в одном доме, поэтому у нас была одна общая компания. Я принимаю все ваше общество как свое личное. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно находиться с вами. Город Сергей. Начинал в дом Г, потом Б. В итоге закончил 10 классов. Сейчас все хорошо, женат, сын. И опять студент. Сын студент. И сам стал студентом. А почему стал студентом? Просто захотелось немного этого. Так скажем, свой профессиональный, свой профессиональный опыт передать, преподавать хочу детям профессиональный навык свои. Вот. Ну, в планах это все. Я думаю, все получится. Еще мне хочется сказать большое всем, так скажем, одноклассникам нам, вам, преподаватели, очень огромное большое-большое спасибо. И когда мне Миша позвонил, Воротников, и говорит: Серег, вот такое вот дело, там собираемся мы. Я говорю: Миш, да ты знаешь, я бы поднял две руки, две ноги, если бы плыл. Вот. Если бы я Кришну был, да, я бы, наверное, и поднял. Я говорю: так, тебе скажут, так и так. И всем хорошо, так скажем, оттолкнуть, вспомнить то, что вдруг забудете, что кто-то напомнит кому-то что-то. Я тебе напомню, преподаватель вдруг скажет: а ты вдруг такой-то был. Я говорю: ладно, вдруг я забыл. Соглашусь. Я очень рад. Спасибо. Я могу поздравить. Человек в Афганистане и висит на доске почета военного комиссариата Заволжского района. Слава Галлахе. Первый. Главный пол. Большой Г. Спасибо учителям, что меня лотерея. Вытянул за уши 8 класса. Вот, служил армии, у меня дочери 22 года. Ни замужем, ни торопится, ищем все. Ну, так вроде. На почте, клетку разборщик, машину собираем. Который раз. Все, пока. Потом 10 лет работала в доме молодежи. Теперь 10 лет работы продавцом в магазине. Живу жизнь довольна, сын 26 лет. Юрий Иванов, учился до 8 класса. Потом КПТУ окончил. Потом поучился немножко в институте. Да, взял, что сбросить. Сейчас работаю на ТРК «Волга». А я последний вам. Я прошу прощения, я, конечно, не всех узнаю, да? Ну, надо начинать с преподавателя, правильно? Кристина Леонтьевна, я вас знал. Кристина Леонтьевна. Людмила Ивановна, ну, так оно. С вами у нас сотрудничество так и не получилось, к сожалению. Я
я учился там или 2 или 3 недели, по-моему, в 9-м году. Был такой. Вот. А, да, Шмакова, привет. И еще на это, на камеру. Спасибо за чемодан. Да, боже мой. Да, теперь это. Всех назвал. Себя сейчас назвал. Меня зовут Владимир, фамилия Ефремов. Жизнь у меня очень интересная, вообще такая получилась. Вот. Служил в армии. Сейчас, ну, работаю. Теперь буду работать постоянно. Семья есть, жена, дочка тоже уже обещала, что скоро будет делать. Жду не дождусь, честно скажу. Всех очень рад видеть. В основном всех помню. Даже Катькину вспомнил. Даже Катькин. Я всегда же все вспомнил. Молодец, чё? Ну, я куда-либо. Заканчиваю. Спасибо большое. Нет, я не отвечаю. Ты даже, Володя, тебя дома приходишь. Не помню, что это. А как будто класс собирали. Тихо, тихо. Нет, я помню, я все помню. Справляй какой-то праздник. Коля, спасибо большое. Наташа, здоровья, спасибо. Я сейчас не знаю, как. Ну, дома. Я уже с ними сегодня переговорил по телефону, там все, там так отдушенно, все хорошо. Спасибо, что пригласили. Я с удовольствием сюда приехал. Тем более, ну, очень давно всех не видел. Ну, меня многие знают. Потому что очень дружили в свое время. Там. Да, и вот прошло столько времени, очень приятно встретиться, снова там поговорить о том, о сём, узнать о других, вот действительно люди представляются. Вот, вы понимаете, приятно, вот, что у людей сложилась жизнь, что все хорошо. Я вообще люблю радоваться не сколько за себя, сколько за других. Какой-то альтруизм, он такой, меня по жизни освобождает, я не знаю почему. Но все равно. И в конце хочу сказать, желаю всем, без исключения, только блага, только всего хорошего. Больше не буду ничего говорить, потому что если я сейчас начну Приханова Наталья училась до 8 класса, училась в Людмиле Ивановне, училась в Валентине Михайловне. Опять же говорю большое спасибо учителям, так как я сама по профессии педагог дошкольного образования проработала 27 лет, до сих пор работаю в детском саду. Вот, заработала себе педагогическую пенсию, вот, воспитываю детишек. Вот. Еще что? 2 дочери взрослых. Одна дочь уже закончила университет, работает юрисконсультом. Вторая дочь учится в медуниверситете на иностранных, факультет иностранных языков, французский и английский. Вот. Ну, опять же, большое спасибо вам. У нас такая дружная, вот если кто не помнит меня, я после 8-го ушла, я дружила с Аллочкой Мередоновой, с Мишей, с Иришей, и вот я. Спасибо большое. Пугачева Ирина начинала в Д, продолжила в Г и закончила в А. Ну, было сказано, конечно, за этими столами. Еще раз хочу поблагодарить, сказать вам большое спасибо. И дай Бог вам большого здоровья. Вы так хорошо все выглядите. Мы еще за них будем, чтобы они не старели. Ну что, у меня дочь, жизнь удалась, работаю мастером на заводе. Ну, в принципе, жизнь, считаю, что довольна, жизнь удалась. А дальше? Ну, хорошо. Я бы сказала, что у себя Воронёв была. Воронёв и Михаил Эстерова сегодня помнят. Тогда начинал первый, да? Потом 5-й Г и 10-й Г. Исхода. Четвертый. Ну ладно. Что о себе, кратенько? Ну, стандартно. Закончил Ульяновский сельскохозяйственный институт, мечтал быть
Мичурин. Мичурин, но судьба резко повернула так, что стал милиционер. Просто ушел на пенсию, милиционер. Не работает. Мы по совместительству работаем в охранном предприятии. Я еще что хочу, вот про учителей хочу сказать. Немножко я тесно связан с учителем. Вот, у меня жена учительница, и я знаю, какой это труд адский. Я хочу выразить от всех нас низкий поклон, что они нас из таких маленьких-маленьких ребятишек, где вот такие все солидные, взрослые такие все. Вот, большое вам огромное спасибо. Вот. И всем здесь присутствующим нам тоже хочу пожелать здоровья, счастья, и чтобы мы, ну еще лет так через 20 встретились так. Да, да. А через чаще надо встречаться. Чаще. Давай 40 лет подряд. Ближе к пенсии чаще. Вот пока еще имею сына. Вот. Внуков пока нет и не ожидается в ближайшее время, по моим данным. Нет, не ожидается. Конкретно уже сказали. Миша, а как это? Немножко тесно связано. Мне интересно, чего это? Немножко тесно. Хочу начать именно с того, почему так, что у нас знакомство с учителями было там, в этом первом классе. Мы пришли к ней вообще, почти никто не умел читать. У нас всего читать умели, всего два человека. Нина Кискина и Славкина. Я помню, как Дмитрий Николаевна представилась перед нами, и они нам читали эти сказки. И я хочу сказать, что вот мы очень вас благодарны. Мы помним, как она приезжала к нам, у нее всего 2 года она проучила. Педагогический стаж практически всего нет, вот 2 года. Но она много-много нас оставила в нас. Почему? Потому что она каждый год к нам приезжала, она каждый год нас собирала. Я даже помню эти конфеты, которые она покупала. И я тоже помню, что тебе. Здорово. Я могу про каждого про вас сказать. Александр Михайлович, а помните, вы говорили, что вы нас сравнили все время с теми учителями, учениками, которые... Все какие-то старые. Там, мы с тобой сука молодые. Нифига. Они вот такие сообразительные все. А они такие трудолюбивые. Вот нам показалось, вы читаете, и вы все, сразу. А там приходится долбить, а мы все сидим, как бараны, слушаем. Очень вам благодарна. Я проработала. Я работаю всю жизнь в хирургии, работаю в институте 6-й хирургии, старшая медицинская сестра, имею дочь, как учится в педагогической на 3-й курсе, на психолога. Все. Меня помнит, как имя Николай. Помните, как теперь другого? Нет, на фамилии называемых моих писал всегда через О. Мне всегда было некомфортно. Чекисты меня как-то в 93-м году обозвали, что ты будешь Примонов. Значит, закончил институт политехнический, стал инженером на механическом заводе, но захотелось романтики, но стал милиционером. 23 года до сих пор служил. Ну, полковник. Значит... Настоящий полковник. Ну ладно, давай. Я буду наоборот слушать. Ну, действительно, значит, большое спасибо вам в лице вас, вашему преподавателю составу, который действительно вложили труд, знания, терпение. Да, вот. И, в общем-то, можно было сказать, что выпуск состоялся, собрался. Но мне кажется, здесь собралось поколение. 62-й, ну, я образно 61-й где-то, может быть, да? Вот. То есть здесь действительно, которые не 8 классов закончили, кто 8 не закончил, 7, 10. Вот. Поэтому это наше поколение, и вы очень много вложили в это поколение. Я думаю, вы будете достойны, в смысле, вам приятно видеть нас всех вместе, что мы вас не подвели. Вот. Еще раз очень приятно видеть всех. Вот. А чтобы не теряться, я думаю, где-нибудь мы напишем список контактные телефоны. Потому что девчонок, потому что они меняют фамилию, может быть, не подумают. А мы-то нет. Мальчишки все можно найти.
Спасибо. Ларин Сергей, водитель, работу водитель, жизнь доволен. Все. А за остальное уже все сказали. Нет. Здоровья вам самое главное. Спасибо. Конечно, я очень много изменилась. Слава даже не устала меня, почему я такая стала. Но мы так понимаем друг друга. У меня действительно была отличная в классе дисциплина. На первом году работы мы давали открытый урок для директоров до Свияжского района. Два урока. Помните, дети? То есть, Галкина Слава, я помню. Он начинал у меня урок, знаете, с чего? Катание машины. Это такое! Нельзя катать машину. Какая это школа? Машину нельзя катать. Встречает портфель и хочет уходить из класса. Я в рассеянности. Ну, потом тут же нахожусь. А Слава приходил сюда краснощеки. Иногда на босую ногу. То есть дети у меня были отличные. И первый год мне было очень тяжело. Не умели читать, не умели писать. Но нам очень повезло учителям. У нас организовали группу продленного дня. И потом разделили неофициально на подгруппы. Каждый учитель занимался своим классом. До 5, до 6. Сидел со своими детками и занималась. А ложилась спать дети 3-4. Я печатным шрифтом сама писала, плакаты делала и старалась, чтобы поняли. И поставила перед собой цель, что никого не делить ни по социальному происхождению. То есть поставила, чтобы они почувствовали от меня тепло и уют. И от вас я получила, дети, тепло и уют, мои бывшие, бывшие дети. Спасибо вам большое. Все, кто помнит, они в Тинлёнте. Конечно. Ребята, во-первых, прежде всего, я очень благодарна, что вы пригласили. И так все устроено, конечно, очень тепло, уютно. Ведь мы живем вами, учениками. Вот ваш выпуск, любимый выпуск Людмилы Ивановны, 79-й год, мне было 40 лет, наверное. Я что-то сейчас соображала. Молодая была все-таки. Вот, и, ребята, я вот уже по жизни хочу сказать, главное, мне кажется, это вот доброта и любовь в жизни. Если вот вам в жизни попался человек, ну, жена и муж у кого, добрый и любящий, это все. То есть, если есть доброта и любовь, значит, есть и прощение, есть и понимание. Вот я вам всем желаю, конечно, здоровья, счастья, вот этой доброты, любви. И главное, чтобы вы все время дружили своей школьной жизнью. Это очень здорово. Я по себе знаю, у меня есть подруга школьная, мы с ней дружим 63 года. Мы с ней как сели в 7 лет, отсидели 10 классов. Может быть, у вас будет, какие-то годы вы и расстанетесь. Но все-таки школьная дружба, она, я считаю, она самая крепкая. Я вам всем желаю, ребята, счастья, здоровья, счастья своих детей. Дальше все говорят, у меня еще нет внуков. Будут внуки. Ну, по семейному положению, мы с мужем, как поняли, живы пока. У меня дочь одна, но внуков трое. Последняя внучка появилась совсем недавно, когда дочери и зять уже на 40-м году. Они вдруг решили еще девчонку родить. Еще Ульяна есть полгода, а старшему 18 лет. Будьте все счастливы. Я сейчас вам могу сказать одну
Ну, наверное, истину на основе, что сейчас вы старше меня, того, который был перед вами 30 лет назад, приблизительно настолько, насколько я был старше вас. Математика не пишет. И поэтому я должен записывать вам за то время, которое я провел вне поля вашего зрения. Ну, здесь с момента, когда мы с вами расстались, я приобрел огромный запал энергии, опыта, человечности, отдачи от учеников, искренней отдачи. И этого мне хватило для того, чтобы выстрелы были не холостые потом. Мне хватило той практики, которую я приобрел в общении с учениками, с их родителями, с педколлективом, написать две диссертации, одну из них защитить, вторую здесь, несмотря на то, что моя научная работа шла в гору очень круто, но база, на которую я ориентировал в своей научной работе, она была подорвана в 91 году. И с января 92 года вышло постановление, которое полностью меня подорвало. Это финансирование учебных заведений средней школы, высших учебных заведений, техникумов, ПТУ. Финансирование было прекращено. А я разрабатывал установку для видеопроекции демонстрационных опытов. И установка была выпущена из экспериментальной партии, 80 штук, и быстро разошлась. Я написал две статьи в журнал «Наука и физика в школе» и второй журнал «Профтехобразование». И там же были рекламы этой установки. И после этого завод завалили заказами. Завод, который меня принял на выпуск этой установки, заключил договор с Министерством просвещения, но заказ вышел на 10 тысяч штук, но вот указ от 92 года все поставил крест на моей работе. И я увидел, что то, чему я посвятил свою научную мысль, она перестала быть ценной. Девальвация образования произошла. Очень сильные. Я только что, вот Людмила Ивановна сейчас рассказала, встречался с выпускником средней школы и вступил в техникум, а знаний по физике у него как скатерть вот бегает. Абсолютно ничего нет. Нужно было решить задачу по взаимодействию магнитного поля на проводник с током, и он отклонился на 60 градусов. Нужно было найти, какой силы ток удерживает и какая работа была совершена. Если отклонение на 50 градусов. Человек абсолютно не ориентируется ни во что. Я спросил его, спроси, вот ты один такой группы? Он говорит, нет, вся группа такая. Здесь страшно. Я как только подумал, туда мы что нас ждет. А нас ждет, наверное, вот то, что произошло на Енисее недавно. Потому что человек не следующий, но имеющий наглость, пронырку, который стремится занять должность и который некомпетентен. А как правило, те некомпетентные, не следующие люди, они имеют именно вот такие пробивные черты характера. И они занимают должность. Вспомните, пожалуйста, на Саянской Сухарской ГЭС. Куда у кого-то было? Убежали. Кто закрыл клапана? Кто задвижки задвинул? Три пальца, которые по плотине пробежали 300 с лишним метров и рискуя своей жизнью, закрыли. Почему? Они понимали, что плотина рухнет. Кто произойдет? Все за то. Все. Я одному не хочу сказать. Мне очень
любить вас всех, видеть в том качестве, в каком вы есть. Каждый реализовал себя именно в том плане, в каком он заложил, именно он. Мы только помогали вам. Сам ученик, он делал дело. Я рад, я очень рад.